Привет, девочки! Сегодня мы с вами сделаем обзор по водолазкам, вельветовым штанам. И здесь вам, вот смотрите, сама специально нарядилась вот в такой гамме. Здесь вам хочу сделать кэмел, добавить кайвори цвету, заместить это все с голубым. Буду разговаривать сленгом, потому что я так хочу, чтобы вы веселились. Новый год, зайчики-кролики. Так, ну что, девчонки, сразу прям приступим. Хочу снять короткое видео. Очень долго гружу видео. YouTube молодцы, они просто тоже проверяют, чтобы там лишней какой-то информации не было. В общем, девчонки, начнем. Смотрите, у нас пришли вот эти наши вельветы. Стойку поставила сначала сюда, но будет она вот здесь у нас стоять. Пришли эти вельветы. К этим вельветам посмотрите, что хочу вам предложить. Это толстовка, футболка. Она толстовочная ткань. Это вы знаете, девочки, кому жарко, кому вечно дурно чего-то. Смотрите, здесь правильный рукав, она такая приятная-приятная вискозовая толстовка. Здесь они есть еще вот такие смешнючие. Я вам сейчас буду показывать с большим михой. Вот, маленького миху мы повесим вот сюда. Смотрите, как к вельвету, да, цвет попадает красиво. И здесь сейчас вам буду добавлять наши вещи, верхнюю одежду. У нас здесь будет сначала вот такое пальтишко. Вот такое пальтишко. Девчонки стали искать шарфы. Все перерыли с Наташей. Нету шарфов. Продали все. Простите. Смотрите, это уже весна. Мы можем с вами сделать такое пальто, а можем по цвету вообще идеально попасть. И это пальто приготовила немножко для другой темы. Сейчас вам покажу то, что вообще готовила сюда, к этому образу. Девчонки, смотрите, какая рубашка маленькая. Вот. Видите, здесь такой сложный рукав, пальто, жакет. Вот он цвет, который попадает в цвет штанов. Девочки, если мы делаем, вытягиваем образ именно вот такой вот более монохром, да, что есть, то есть. Хотела сначала вот так вот с вами разговаривать, не буду. Все, какая есть, то такой и любите. Вот. Я все-таки сюда думаю, вот такие белые кеды, я хотела сходить за шнурками, но я туда не дошла. Простите меня, девчонки, я тоже хожу, как ужаленная на этой дубровке. Вот, вот сюда вот к этим кедам мы могли бы с вами завязать голубые шнурки, именно вот такого вот тона. И у нас бы получилось, смотрите, здесь серебряная такая вправка, да, с серым, здесь серебряный хлястик, и наши шнурки, белые шнурки тоже подходят. Это весенняя уже коллекция, девчонки, в тот раз озвучивала. Я вам хочу сейчас показывать больше весны, потому что, ну, зимнюю мы уже с вами прошли, а сейчас, получается, нужно как-то активизировать мозг, что у нас весна впереди. Я уже часть каких-то вещей заказала. Девочки, ну, вот это, конечно, очень такая шикарная вещь. Вы видите, да, размер? Ну, вот прям размер-размер. Вот прям правильно. Дайте-ка на себя ее одену, чтобы вы это рассмотрели еще лучше. Смотрите, здесь такой сложный рукав. Она такая вот, вся такая навороченная вещь. Знаете, что хотела сюда вам показать? Я хотела вам показать сюда вот этот шарф, потому что бежевый, здесь вправка такая голубая. Девочки, показываю, как завязывать шарфы. Смотрите, завязываем вот здесь вот один хвостик. Вот так. Здесь этот хвостик держим в этой стороне. Сюда мы, вот эту часть. Вталкиваем вот в эту часть хвостика и сюда проворачиваем. Знаете, когда я это вспомнила? Сегодня ночью. Ни с того ни с сего мне пришло озарение. Просто когда итальянцы же любят эти шарфы, они же вяжут из них всегда то какие-то розы, то какие-то безумные вот эти. Девчонки, конечно, я вам буду это показывать, что вспоминаю. Целебролизина пока не надо. Так вспомнила. Вот это мне очень нравится, как сюда. Смотрите, как красиво. Я вам сейчас здесь покажу еще водолазки к вот этим штанам. Они сейчас пришли хорошего размера. Есть XL-ки. Вот, девчонки, смотрите. Я вам сейчас прям вот как мы с Наташей повесили, я вам точно так же буду и показывать. Видите, какие цвета красивые пришли? Говорила вам, девочка, вот эта водолазка, как на мне. Говорила вам, девчонки, сейчас придут водолазки. Пожалуйста, будьте внимательны, потому что цвета такие будут просто безумные. Смотрите, сейчас здесь вам еще покажу. Смотрите, какие красивые цвета. Видите? И размеры все хорошие. Ну, есть все размеры. Я, если честно, взяла все размеры. Я уже в этот раз не стала, что отдельно тот. Смотрите.
каменно-серый, лаванда, ну такая вот лаванда с сиреневой. Потом вот здесь вот у нас, смотрите, все оттенки кэмел, карамель, очень красивый. Девочки, водолазки вискозовые, они недорогие, и они всегда у нас на ура. А смотрите, здесь как красного много, да? Видите, какие оттенки разного красного? Видите? У меня в Крыму уже вот такой вот цвет. Цвет мака. Вот, девчонки, по водолазкам вас сориентировала. Здесь у нас, получается, вельветы, они бежевые, хаки, молочные. Вам их тоже сейчас покажу, но сейчас размеры пока есть. Как вы понимаете, мы только получили, поэтому здесь размеры у нас в наличии. Покажу вам сейчас вот такого Миху. Этого Миху покажу вот с такими штанами-вельветами. Вот. Кеды пока уберем. А к Михе хочу, знаете, что прицепить? К Михе хочу прицепить вот это пальтишко. Вот, смотрите, что хочу сделать. Пальто одно. Девчонки, 46-е, по-моему, или 44-е. Сейчас, когда прицеплю его, вам... Видите, у меня в процессе все. Я не вот так вот, как заготовка какая-то, микрофон и радио. Вот, вот, девчонки, да, оно 44-46. Вот, к Михе хочу пальто показать вам, как серый будет хорошо вытягивать на себя черный и вот эти штаны бежевые. Видите? И сюда мы с вами, девочки, можем добавить вот эти вот наши боты. Одни единственные 38 размер. Остатки. По-моему, красиво. Это такой же Миха, как вот там вот вам показывала, уже белые. Это вот все то же самое. Мешутку. А мешутку убираем, а штаны оставляем. Подождите, у нас тут план. План. Не путаем план. Сейчас будет красиво. Смотрите, что мы делаем. Мы делаем к этим штанам вот такую вот кофту. У нас пришла одна женщина. Она наша любимая. Она нас лечит своим позитивом. И еще и всякими добавками био. Вот, девочки, что я ждала. Вот какие дубленки я ждала. Помните, когда «Москва слезам не верит» или кто там это было? Вот и там, кстати, и «Служебный роман». И еще где-то была эта дубленка. Финские дубленки были натуральные. Вот она, модель этой дубленки. Вот как на сколько лет откинула. Девочки, ну это, конечно, очень удобно. Это не натуральная вещь, но очень удобная вещь. Это нужно просто вот... Такая она в использовании, не морочит голову вещь. Ее стирать в машинке можно. Это тоже немаловажно. Вот, хочу вам дать монохромчика чуть-чуть. А то я вам все вывожу, а тут у нас будет монохром. Вот, смотрите, боты сейчас чуть-чуть отодвинем коричневые, потому что они в монохром наш не попадают. А мы добавим сюда вот такие бежевые ботинки. Тоже, по-моему, один размер остался. Но вы уточняете. А если, например, мы совсем хотим идти... Смотрите, что мы можем взять. Мы можем Челси наши вот эти сюда добавить. Смотрите, как красиво тоже будет. Дубленка сама правильная, понимаете? У нее очень правильная длина у этой дубленки. И цвет красивый. Покажу вам сейчас еще другого цвета такую дубленку. Тоже на себя напялю. И размер, вы видели? Тут и размер-то все попадает. Девочки, у меня был запрос опять по вот этой вот дубленке, да? Она не белая. Вот, пожалуйста. Это цвет жемчужно-серый. Это не белая дубленка. Сейчас опять вам ее. Один у нас просто осталось, очень мало уже дубленок. Она, вот, видите, куда я запахнулась? Она 46, вот так вот. Ну, может быть, 48. Ну, 48 это уже будет плохо. 46. Она 46, вот, видите? Девчонки, 100 раз не буду больше ее трясти. Во-первых, ну, она на скидке, во-вторых... Не хочу 300 раз одну и ту же вам показывать. Вот, здесь она тоже красивая, видите? Сейчас просто хочу показывать то, чего не показывала до этого. Смотрите, эти штаны убираем. Помните их по цветам, что они у нас есть. Делаем сюда палаццо. Палаццо. Сейчас я вернусь к вам, девчонки. Мне просто удобно будет отсюда. Делаем сюда вот это пальто. Помните, оно у нас было... Аня его показывала нам, когда мы только покупали на Барбаре Алвизе на складе.
И вот это пальто как раз там было. Сейчас я вам его покажу. Стою там, главное, за это. Вот. Сейчас одену его. Увидите, какое оно бомбическое. Два цвета. Французский серый и кэмел. Я за французский серый. И, кстати, два цвета по два пальто. Их тоже нет. Это будет начало заказа, когда будет весенняя коллекция. Что хотела сюда вам сделать? Смотрите. Если мы внутрь добавим вот такой вот голубой. Посмотрите, как свежо сразу, да? Мы с вами добавляем сюда голубой. Кроссовки убираем и делаем наши кедики. Сейчас вам достану кедики. Если вообще их достану. Да, достану. Сейчас я буду стараться. Просто мы уже кедики вам показывали, поэтому 40 раз. Девочки, если я буду выныривать лохматые, не обращайте внимания. Вот. Вот. Когда вы что-то добавляете, и у вас, допустим, выбивается какой-то цвет, да? Вот как здесь в нашем случае малина выбивается. Девочки, добавляйте это шарфом. Ну, помните, да, я же это рассказывала уже неоднократно, что... Блин, у нас, наверное, уже и шарфов не осталось. Нет, подождите, шарф я сейчас дам вам поближе к Наташке. И наругается, когда я приближаюсь. А Наташа молчит. Потому что Наташа культурная девочка по сравнению с сыном. Вот, видите что? Вы шарф добавили, яркий шарф добавили, голубой все равно будет оттенять любой, красный не съест никогда голубой. И у вас вот эти ботинки, смотрите, как заиграли по-другому. И пальто у вас совсем по-другому, оно вышло. Вот, кстати, цвет, про который мама все время моя говорит, что я одеваю на себя цвета моли. Вот. Это цвет моли. Крыла моли. Ой, покажу вам. Нравится сильно. Девчонки, смотрите, какой ему зачет. А смотрите, что с размером тут. Уже с самим размером. Тут рукава, модель. Вот не буду говорить эту фирму, с чего тут. Смотрите, здесь можно регулировать. Вы можете сделать и вот так вот пуговицу. Здесь не кнопка. Да и здесь достаточно пуговицы. У нас сейчас женщина мерила, она 54-я. Красиво. И длина красивая. Так, длина красивая. Убираем, девчонки. Сегодня решила прям уместиться в 30 минут. Как это у меня получится, я не знаю, потому что у меня тут еще вещей вагон, а мы... Ну, буду стараться. Значит так, смотрите, что у нас здесь. Здесь у нас будет вот этот свитер, вот эти вот сливочные штаны. А сюда мы с вами сделаем. Помните, дубленка была, да? А теперь смотрите, вот какая. Сейчас вам тоже ее одену на себя. Она тоже сливочного такого цвета. Она просто по цвету очень хорошо попадет. Вот. Девочки, вы видите, какие модели, да? Здесь вы можете рукав и поднять. И поднять вот так, чтобы как удобно было. И опустить. Здесь по-любому можно по-разному. И вот это вот размер, который я на себя меряю, это знаете, какой размер? Вот это М-ка. Вот. Такой прям свежайший такой вот образ. Нравятся мне такие. Мне нравится вообще, что это легкое. И что это... Девчонки, кстати, вот сюда мы можем побрутальничать. Мы можем, знаете, что с вами добавить? Вот такие вот черные боты. Смотрите, если мы делаем вот сюда вот такие черные боты, мы с вами можем сделать сумку. Только я сейчас палку не найду. И сумку вам не покажу. Нет, я нашла палку. Потому что Наташа вообще-то подготовила меня безалаберную. Вот. Вот. Видите, девочки? Не обязательно, чтобы вот и к сумке, но просто это лаконично в данном случае. Естественно, мы здесь... О, сейчас вспомнила. Естественно, мы здесь можем сделать наш вот этот вот шарфичек. Помните, да, как я вам завязочку тут сделала? Сейчас, подождите, сумка мешается, но я должна все сделать очень быстро еще раз. Вот, смотрите, перекрутили, завязали. И вот в эту продели сам, понимаете, вот эти палантины, они вот здесь вы будете регулировать шею. Вы можете сделать повыше, пониже, а сам хвост будет висеть. Вот, девочки, видите? Вот, пожалуйста. У нас прям все идеально завязалось здесь. Как этот цвет красивый, как он сливочный, какой цвет. Очень свежий, красивый. Так, сейчас, девочки, быстренько. Быстренько, у нас остается мало времени. А мне еще нужно вам кое-что показать. Будем торопиться. Потому что у нас
потрепаться можно. Вы же видите меня, у меня каждый раз вам находится что-то новое, и я вам каждый раз что-то... А я стараюсь, потому что... Вот что хочу показать. Сейчас покажу вам вот этот пуховик. Это просто бомбическая история. Вот. Девочки, посмотрите, какая длина у него. Да? Вы видите? Какая длина, какой он сам мягкий, какой у него цвет. Он просто бомбический. Нравится. Размер, опять же, видите. У меня все по одному. У меня тонна и не бывает в магазине. У меня все по одной вещи. Иногда бывает по две. Это очень большая редкость. Вот эти кофты у нас уже были. Мы их повторили, полоску эту. Вот, и сейчас я вам сюда дам вот этот вельвет. Вот я специально оставила. Вот, видите, что хочу вам сделать? Хочу сделать вам вот эти штаны прямые. Это не палаццо, это прямые штаны. Вот, удлиненный пуховик и вот такие вот боты. Я бы теперь уже ту черную сумку не стала добавлять. Я бы сделала маленькую айсберг. Не полезу за ней, вы ее и так знаете. Мне кажется, очень красивая, очень по-зимнему. И такое вот прям нарядное-нарядное. И цвет, вот понимаете, не вот этот вот избитый, что вот это белое-белое, а оно не белое. Оно, видите, вот с подтекстом это. Ну, красивые цвета. Айвори, мята. Ну, сейчас мы мяту не показываем, потому что у нас обзор другой. Но я вам все равно... добавила для рожишки. Я девчонка купила штаны. Счастливо коричневые. Вот, смотрите, какие кофты еще пришли. Вот она есть еще. Наташа, там вам, если будет, это видно. Я потом подтащу вам эти манекены. Она еще есть бело-черная. Но у нас сейчас идет история вот такого. Вот такой расцвет. Девчонки только распаковывали. Вообще даже не знаю, что где лежит. А теперь смотрите сюда. Кофта откуда там затесалась, никто не знает. Это я, видимо, под что-то хотела показать. Вот, девчонки, помните, у меня были сакай пуховики, они тоже были такие вот сложно сочиненные, ну как и все у сакая. Вот пришел еще какой пуховик, видите, он тоже такой. Так вот, я его вам и хочу как раз вот здесь вот. Смотрите, это будет вот так вот здесь. Видите, как тут просто по цветовому решению очень хорошо все попадает. А мы с вами сюда добавим палаццо, перекроют весь ботинок, и будет видна только подошва. Здесь у нас получается воротник, и видна только полоска. Ну, девочки, это прям сочетание. Вот прям нравится. Сочетание цвета. Тут еще такой королевский синий, с форменным синим. А, все вместе, естественно, завязано с зеленой ботекой, но это прям вообще просто. Как будто бы всю жизнь, все разных фирм. Все разных фирм. Просто вот так вот подобралась. А, девочки, нет. Подождите. Сейчас я вам дам еще кое-что. Сейчас я тут вам подготовилась. Я вам сейчас дам еще вот это пальто. Оно пришло. Мы его повторили. У нас было 44-е, а это пришло 48-е. Сейчас, девчонки, сначала на себя. Вот. Видите? Размер хороший. Цвет красивый. Просто хотела вам к свитеру показать его. Посмотрите, как сейчас здесь это будет прям грамотно. Видите, что творится? Вот они, эти цвета. И видите, как палаццо опять. Боты не выкидываем. Оставляем маленькое акцентированное на подошву. И все работает прямо гамма. Тон, потому что тот, девочки. Тут самое важное, тон тот. И тут как раз эта синяя полоска, синий палаццо. И у нас все получилось в лучшем виде. Сейчас вам покажу еще вот здесь. Смотрите, что у нас здесь будет. Давайте пока то, что мне мешается, я буду вот сюда убирать. Смотрите, что мы здесь сделаем. Все время меня про красные цвета, я это помню. Я вам сейчас буду показывать эти вещи. Смотрите, мы здесь можем... Вот и уже убираем, потому что они нам не подходят. Мы здесь можем сделать вот такими красными штанами, да? Вот эти штаны карамельные не хочу убирать, потому что они очень по цвету подходят. Но я вам сейчас все равно сделаю другую тему. Вот. У нас есть еще вот такое пальто, точно такое же, как я вам показывала модель предыдущая. Сейчас я его прицеплю на стойку, и вы увидите, как красиво будут работать эти цвета. Вот. Просто какой-то запрос был про красный.
Вот красный к молочному шоколаду и к Эмал. Очень хорошо. Девочки, и вот, смотрите, и вот наши ботинки. Девчонки, будем закругляться. Сейчас я вот это сдвину. Наташа подойдет поближе, и мы вам покажем очень два красивых манекена. Посмотрите, здесь у нас юбка плиссе черная, к ней получается вот такая вот более удлиненная кофта. Все вискоза, все вообще вискозовое. Вот. И здесь у нас получается плиссированная юбка кэмел, и к ней вот такая вот кофточка уже с серым. Леопардовый принт везде. Ну, девочки, естественно, мы сюда добавили вот ботинки, которые вы видите. Вот, мы можем и вот эти, но они одни. Я не могу тут постоянно вам эти ботинки трясу, а у нас их нету. Ну и все, девчонки, здесь висят наши дубленки. Мы с вами их уже знаем. Вот этот цвет шубы, который я вам все рассказывала. Придет лаймовый цвет шубы. Вот она эска. Ее нету. Желтую шубу девчонка у нас сегодня купила. Ну что, любимые, будем прощаться. Люблю, целую, чао!